Вы уже видели в одном из моих видео мою бабочку мотылька. Сейчас мы будем делать еще одного мотылька, но только уже будет мастер-класс подробнее, чем вот этот. Нам нужен трафарет крылышков. Вот я нарисовала на листочке, обвела два в зеркальном отражении. Сейчас я вам покажу, как нужно пришивать наши бусинки по контуру. Я всегда рисую, потому что моим ученикам более подробнее, когда я рисую. Вот, например, у нас ткань. Вот видите ткань. Мы иглой входим. Ну, кончик ручки — это у нас игла. Вот сюда. Тем самым у нас здесь две бусинки. Мы проходим вот так. Возвращаемся через вторую. И делаем то же самое. По две бусинки. Сейчас резкость наведем. Вот так. Набираем по две. И потом возвращаемся через одну. Тем самым нам нужно прошить по контуру. Вот видим, мы обвели где по контуру. Берем бисер. Сейчас вам покажу. Для изготовления мотылька я взяла очень большое количество разного бисера. Оттенки, видите, какие? Оранжевые, бежевые, слегка, может быть, коричневые. Так, и тоже у меня горный хрусталь, стекло. Видим тоже оттенки оранжевого, желтого и коричневых оттенков. Еще такая более и не розовая, и не бежевая. Так, у нас пришивные стразинки. Вот еще есть такие стразинки прозрачные. Может быть, их тоже добавлю. Еще есть вот бусины. Всевозможные бусины. Да, и самое главное, мех. У меня два кусочка. Какой выберу из этих двух, пока еще не знаю. Сейчас я прошью контур. И наши крылышки заполнив разным бисером, стразинками, бусинками. Это на ваше усмотрение, надо их заполнить. Потом я вам уже расскажу, как дальше будет собираться наш мотылек. Заполнить наши крылышки вы можете любыми бусинами, любыми стразами, любыми, скажем так, бисеринками, рубкой, всем, что у вас есть. Приступаем.